Всем привет! Иногда случается так, что я рисую более в реалистичном стиле. Чаще всего это кей-поп фан-арт. Ну, либо бывают портреты какие-нибудь на заказ. И сегодня я хочу вам это показать. И, кстати, если вы любите кей-поп, рисуете фан-арты или просто любите на них смотреть, есть очень клевое приложение, называется кей-поп фан-арт от Амина. Что это такое? По сути, это большое сообщество, где люди делятся артами, обсуждают их, общаются в чатах. В общем, происходит всякий трэш, угар и веселье. Приложение бесплатное, я там тоже есть. Повыкладывала уже туда своих артов. Не всех, конечно, потому что за многие мне стыдно. Ссылка на скачивание находится в описании. Так же, как и все материалы, другие ссылки на меня и так далее. Все как обычно. Ну а теперь, собственно говоря, сам процесс.